Все, мы приехали в гостиницу. Достали, что мы купили. Да, сейчас будем потихонечку тестировать. Открывай, Эдвин, пробуй. Посмотрим. А я буду открывать вот так. Пакетик. Ну, да, я буду тоже. Буду открывать нормально. Да, можешь оторвать. Вообще прикольно. Вкусно? Ништяк. Ну, вкусно. А моё попало? Ну-ка. Тебе дать? Не ладно. А я кушаю. Ну, он такой необычный вкус. Да. Вкусненько. Я думаю, давай вот эту колбаску попробуем, блин. Так, эту? Угу. Мне очень интересно, что это за колбаски. Она колбасная вина. Так. На, держи. Дай мне вот такие тоже. Вот колбаски. Возьми. Можешь не чистить, их так кушают. Да? Угу. Это же специальные одни. Мам, колбаса прикольная. Попробуй. Садись. Я руки еще не помыла. Сейчас я так пакетик попробую. Садись, на камеру, а то не видит. Бумажка. Можно. Вообще прикольно. С хлебушком, да? Оторви хлебушек, Эдвин. Вкусно так. Классно придумали с лососем. Рыбные колбаски. Вообще офигенно. Лучше, чем просто колбасу какую-то. Ну. Кушать, да? Дай мне кусочек, Эдвин. Вообще вкуснотища. Ну-ка, хлеб попробуем. Отлично. Детям вообще удобно, да? Да. Вкусно. Еще бы, если он был бы горяченьким, было еще вкуснее. Понравилось мне? Как будто рыбу кушаешь, да, вот эти в упаковке же есть, продают. Запечатанная рыба. Только такая. Тут чистить ничего не надо, ни косточек, ничего. Да, ни косточек, ничего, уже просто готовая рыба в формате, как будто это сосиска. Очень удобно и вкусно. Раз, два и готово. Ну, бутер можно какой-то сделать. Смотрите, как я кушаю. Вот вместе с ингиняем. Угу. Еще какое-то было, да? Вон еще у нас. Ну-ка, вот эти отходы попробуем. Сейчас отложим? Нет, жить дальше не надо. Я не буду. Да. Вообще вкусно с хлебом. Блин, там еще один пакет. А, нет. Так, держи. Ну-ка. Это как-то рыбу назвали, я не помню. Похоже на крокодила. Вкусно. Прочитай, что за рыба. Липарис. Липарис. Это рыба липарис. Вкусно. Вкусно? Да. Я соленые люблю. Ну-ка. Угу. Вкусно рыба. Попробовали вот эту липариса. Прикольно, да, кстати. Липовый рис, типа. Если вот так в самолете просто сидишь. Ну, в самолете лучше не надо солено, потому что просто запаришь стюардессу, дайте воды. Будешь это напрягать себя, всех. Это мы сейчас съедим до завтрашнего дня. И сегодня еще. Пойдем вечером в ресторан, кушать будем. Да. Как раз там упьемся и чаю, и все такое. Опять же, какао. Ну, завтра у нас с утречка еще завтрак будет. И потом днем, во сколько там надо посмотреть, у нас вылет в Турцию уже будет. Сегодня мы еще здесь, еще один день будем находиться. Вот. Дождик все еще идет. Короче, обломал нас этот дождик.
По поводу того, чтобы где-то походить, попутешествовать, там посмотреть, поснимать какие-то аллеи. Мы вот думали ехать, не ехать в парк. Одежды у нас с собой нету, никаких ветровок, зонтиков. Так что решили, не будем никуда ехать. По торговому центру погуляли. В принципе, там ничего такого нету, чтобы чему-то удивляться или как достопримечательность, да, какую-то. Что-то нового. Да, думали, может, в другой торговый центр поехать. Тоже бессмысленно. Такой же торговый центр, бутики, там, кинотеатр. Цены такие же. Даже еще чуть дороже, да? Да. Дело даже не в то, что цена, сколько там что стоит. Мы приехали не в торговый центр, а город посмотреть. Аллеи, там, проспекты. Но в дождик сейчас не погуляешь. Таксист сказал, 2 дня назад была жара. Все путешествие у нас отлично прошло, кроме того, что мы чуток обломались с этим дождиком. Ну, зато отдохнули после самолета хорошо. Да, зато отдохнули. И тут зашли в торговый центр. Вкусности вот взяли. Сейчас потестируем это все дело. Очень вкусно. Да, мне нравится все. Насчет рыбы здесь вообще классно, да? Да, все такое свежее прям чувствуется. Ну, свежее и большое разнообразие очень. Мне больше всего вот эти сосиски. Ну. Лососевые сосиски. Угу. И недорого, да, выходит? Да. 6 сосисок получается. Что-то 170 рублей. 120 рублей. Угу. На наши деньги. На наши деньги, да. Уже в наших рублях российских. В их рублях сколько? 3,95. 3,95 это белорусские. Угу. Так что можно таких набрать, например, к пиву. Намного дешевле, чем в упаковке. Есть же такие готовые в пачках, специально к пиву типа продаются там маленькие сосиски. Те дорогие выходят, а вот эти вкусно, свежие. Это самое главное, что полезно еще. Полезно еще, да. Сейчас покушаем это, чуть попозже потестируем сладости, чтобы все подряд не мешать. Вот такие конфетки у нас еще есть, мы их возьмем с собой в самолет, в аэропорт. Вот эти, наверное, с чаем вечером попьем. А это и для себя. Ну, может, кто-то захочет. Ну. Так что сегодняшний вот этот ролик мы, наверное, закончим. Смотрите дальше наше путешествие.